Это традиционный турнир, посвященный памяти первого мастера спорта по классической борьбе Леонида Ксенофонтовича Немчининова, известен далеко за пределами нашего города. С каждым разом география участников соревнований только расширяется. В этот раз побороться за звание лучшего на ленинский ковер приехали борцы из Томска, Новокузнецка и Новокузнецкого района, Юргипа, Лысаева, Промышленного и Белосского района. Наш город представляли воспитанники спортивной школы номер 2 и 4. Гребенская борьба – это вид спорта, который развивает силу, волю, выносливость. А Ленинградской земле воистину есть чем гордиться. У нас есть прекрасные ветераны, которые побеждали, выступали на достойных соревнованиях, занимали призовые места. И мы надеемся, что наши юные борцы покажут также стабильные и хорошие результаты. Стоит отметить, что в этом году в соревнованиях приняли участие не только юноши, но и девушки. Именно их бои оказались одними из самых зрелищных, ведь каждая из 10 спортсменок до конца не хотела отдавать победу сопернице. Наша землячка Ангелина Первухина в очередной раз смогла отстоять звание лучшей в своей весовой категории. Десятилетний Руслан почти 5 лет уже занимается греко-римской борьбой. Как и многие спортсмены, он мечтает стать олимпийским чемпионом. Когда я был маленький, папа сказал, он мне все виды показал, и я выбрал борьбу. Я хочу планировать заниматься борьбой. Надолго. На этом турнире весовой категории 29 килограмм Руслан занял первое место. Хорошие результаты показали и остальные ленинские спортсмены. В копилке наших борцов 4 золотые и по 5 серебряных и бронзовых медалей.